Вы должны что? Молиться, общаться с Богом с любовью. Молитва – это для тебя радость, общение с Богом – это благословение тебе. Молиться с радостью, с любовью. Пишите. Что еще? Молиться с радостью. И что? И только тогда ты будешь нести всех твоих близких в сердце свое. Только тогда ты сможешь все своих близких нести в сердце. Даже врагов Иисуса Христа ты сможешь нести в сердце. Ты сможешь любить и врагов, и благословлять, и молиться. Только тогда, когда будешь врагом, ты сможешь, ты сможешь быть доволен тем, что у тебя есть. Быть доволен тем, что у тебя есть. Если Господь знает, что тебе нужна машина, Господь даст тебе машину. Сейчас машина как таракан. Сейчас машина не... Я там был в Америке, там стоят... Там такие это самые... Машины сколько хочешь, и 500. И сейчас скоро так будет. И скоро и нас будет, что машины будут. Скажи Богу, и Бог тебе даст. Это не надо переживать. Бог богат, и он все может сделать. Бог богат. Научись быть довольным. Бог проверяет сперва тем, проверяет твою веру, проверяет твою радость. Тем, что у тебя что-то нет. Если нету, ты не должен терять радость. Если нету, и Господь знает, что ты нуждаешься, он тебе даст. И ты будешь иметь вот это. Научись быть довольным. И ты после этого будешь рабом Иисуса Христа, будешь иметь всегда радость, и всегда сможешь все делать в укрепляющем Иисусе Христе. Ты все сможешь, ты сможешь прощать. Ты сможешь прощать своей жене, ты сможешь прощать своим друзьям, ты сможешь петь, проповедовать, ты все сможешь в Иисусе Христе. А если не будешь рабом Иисуса Христа, ничего не сможешь делать. И вот это действует. Если будешь рабом, будешь молиться с любовью, будешь носить все в сердце, ты будешь довольным и все сможешь делать для Иисуса Христа. Это и тогда вы будете во всех обстоятельствах жить радостны и счастливы. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Аминь. Встаем мы. Завтра нам удастся. А брат Игорь переводит. Давай, сейчас для кого молитва тяжесть? Сразу разбегаемся, как таракан. Знаете, для кого молитва тяжесть? Если молитва не тяжесть, если молитва это общение с Богом, если молитва это разговор с Богом, это молитва благословения, если молитва, давай, докажите, давай покажите, любите молиться, любите общаться, любите вы общаться со своим Создателем, любите сказать Ему что-то, мой Господь, я люблю Тебя, я хочу служить Тебе, я хочу прославлять Тебе, я хочу быть Твоим рабом, я хочу носить Тебя в своем сердце, я хочу служить другим с любовью, я хочу быть радостью для всех. Давайте помолимся и будем благословлять Бога своими молитвами. Аминь. Ну давайте пару сестер, братьев, молитесь. Dumnezeu nostru, îți mulțumim pentru acești tine. Te rog, Doamne, să le dai dragoste de a se ruga, de a avea părtășii cu tine, de a sta în fața ta, de a-ți plânge păcatul, de a cere de la tine milă și îndurare, de a cere fericire și binecuvântare. Mulți nu îndrăznesc să se roage, dar rugându-se ei pot primi mult de la tine, Doamne. Te rog, învață-ne să ne rugăm, Doamne. Învață-ne, Doamne, să ne aprindem pentru rugăciune ca să fim fericiți.
Ajută-ne, Doamne, să fim mulțumitori cu aceea ce avem. Și numai atunci, Doamne, Tu vei turna binecuvântarea și dragostea Ta peste fiecare din noi. Fă, Doamne, că în locul acesta, în tabăra aceasta, Tu să fii binecuvântat. Și orice tânăr să aibă o îndeosebită părtășie cu Tine. Mai departe păzește pe fiecare, tot ce se va face, păzește de primește, de certuri, de tot ce este rău. Și paza și binecuvântarea Ta să fie totdeauna cu noi, Tatăle, Fiule și Duhule Sfânt de veci. Amin. Domnul Sfântă, de ce nu vă rugați? Mai rugați, mă tineți. Nu-i păcat să vă rugați. Eu nu vă spun în Biblie, spui că nu-i păcat să vă rugați. Зажал, что мы костым были.